Здравствуйте, продолжаю цикл фильмов Best Studio. Сегодняшняя серия посвящена такому вот билету, называется он ТАСС. То есть билет на ТАСС, трамвай, автобус, троллейбус. Этот билет реализуется у водителя салона транспорта, либо реализуется он также в киосках Мосгортранс. Как работает такой билет? Чтобы пройти через турникет, нужно вставить его, вставить себе специальное отверстие вверху валидатора и проходите через турникет. Сейчас вы увидите парочку видео с разными ситуациями, когда валидатор не пропускает через турникет и когда пропускает, то есть при отсутствии поездок или при их наличии. Что ж, внимание на экран.